Кенан, спасший Элиф от лап смерти, начинает анализировать свои чувства к ней. Однако перед ним стоит такое препятствие, как Бахадыр. К тому же сердце Элиф тоже начало трепетать ради Бахадыра. У Бену наступают преждевременные роды, вся семья собирается вместе. А Акан огрызут сомнения, он решает провести тест ДНК на отцовство. Акан нервничает, ожидая ответ, а Кенан спасает его от большой беды. Бахадыр объединяется с Назлы, чтобы найти убийцу Садулаха. Информация, которую они узнали, ударит по лицу Назлы, словно пощечина. Элиф узнает, что ее похитили по приказу Лиман.